требуется ли тут вообще что-нибудь обсуждать? Смотрите просто, господа. Вот. Такие вот дела. Ну и еще раз. Видите, сколько там плит? Как они еще не навернулись. Они вон на краешке лежат. На краешке той плиты. На самом краю. Вот. Или вот, например, тоже. Непонятно, что тут можно обсуждать вообще. Как бы и так все, в общем-то, понятно. Что здесь происходит. Вот, понятно? Понятно, ясно, понятно. Понятно, нет? Понятно, ясно. Понятно, ясно, нет? Или да? Или нет? Или непонятно? Это сложный вопрос. А вот тут там что-нибудь понятно, смотрите. Или нет? Написано вот аркада, да, серия домов. АО Аркаду. К56, Б4356. Вот. А вот там на панели написано АО Аркада. АО Аркадо. НС панель, то есть панель НС3. Так, ИП-5 тонн, 15-го, она поставлена, вот эта панель впереди, написана дата на ней. То есть фирма Аркада, строительный, панель С-30, 31П, 31Р поставлена 15.03, то есть 15 марта 95 года. Вот, дата строительства это 95-й год. Панели поставлены в 95-м году. Надоело-то, скажете, да? По этой стройке лазить, по одной и той же. Нет бы что-то еще показал. Нет, как дурачок лазишь, типа, по одной и той же стройке. Ну, вы что хотите с дурачка-то, да? Вот так можно еще сделать. Вот. Видите? Вам-то что-нибудь понятно вот тут? Или вам тут ничего не понятно? Нет, мало что понятно. Вон там какая-то штука, правда, лежит. На матрас похожая, на это похоже, это рама для заливки вот тут, чтобы панели, да, не городить. Сразу цементом залить просто и все. А мне тут постоянно паутины преследуют. То есть я куда не пойду, вот сюда, да? Я постоянно в какой-то паутине оказываюсь. Я мог и сюда залезть на самом деле. У меня ловкости бы хватило сюда залезть. Только зачем? И так все видно. Мне вот ловкости бы, наверное, хватило тут бы. Забраться вот сюда, да? Но это не имеет смысла просто. Так, вот тут там что-нибудь понятное, интересно. Давайте посмотрим. Тут нам ничего не понятно, если честно, даже мне. Ничего. Непонятно мне тут. А то вот сюда можем видеть. Да. Виды те еще, конечно. Где бы тут забраться наверх? И
И последняя панорама этого места. Вот так вот. Вот. Там уже, видите, панели крошатся. Вот по центру крошатся панели. Нужны комментарии, нет? То есть они вот так, видите, боковина панели уже крошится. Тут нет, да, вот тут нет. Тут не крошится. А вот там вот боковина панели, она, наверное, панель плохая была. И они все покрошились. Хотя на них большой груз. Но где большой груз, они остались целыми. Вот там, по центру шуштяс. А вот здесь вот покрошились. Вот такие вот дела. Куда меня вечно тянет, да? Получу я от этого когда-нибудь, да? Получу. Но не сейчас. Не сейчас. Давайте посмотрим в это окно напоследок. И пока вам, товарищи. Там граффити впереди. Оно пересвечено, но там как ножик такой нарисован. Черный ножик, да, лезвием вниз. С очень тонкой ручкой. Every good.